случится, жизнь обернется к нам лучшей своей стороны. Что же за сила земля? Веселье час. Час поздравления в школе, родной и любимой. Час понимания, веры, надежды идти. И этот вечер мы вспомним еще и не раз. Чем же все это закончится? Дружбой, наверное. Дружбой, наверное. Вы уверены? Да, я уверена. Школьный мой друг, он годами учебы проверил. Что бы ни случилось, его не забудут. Что же из этого следует? Следует жить, верить в удачу, успеха во всем добиваться. Вы полагаете, этого можно дождаться? Я полагаю, что можно и нужно спешить. Нужно спешить, ибо время нас будет кружить. Вальсом прекрасным, позвольте нам вас удивить. Анита, смотри, это Андрюшка.
Андрей, здесь замочная скважина. Осторожно, не подходи близко. Не бойся, Аня. Ты со мной. Сейчас попробуем открыть ее вот этим ключом. Смотри, Анюта, смотри же внимательно. На обложке здания нашей школы. Интересно узнать, что же скрывается под этой красивой обложкой. Сегодня я нашла случайно среди альбомов карты книги
всех добра успокоений, но одно вас точно пожелаю. Помните своих учителей. Станете вы статными, высокими, но и через многие года спешно не пройдите мимо окон комнаты, где парты в три ряда. Да, и вот подкрался заметно. Это прекрасная дата, это прекрасная оценка лет. Ведь 50 лет – это определенный рубеж, высокая ступень, по которой нужно было подняться. И ставим ее мы, школьники. И ставим ее мы, учителя. Ставим всему, что было за эти долгие годы. Урокам, праздникам, экскурсиям, походам, всей нашей школьной жизни. А разделить радость нашего праздника мы приглашаем всех гостей, собравшихся в этом зале. И, конечно же, слово для приветствия мы предоставляем директору нашей школы и хозяйке Ирине Михайловне Путкане. Сегодня моя речь не будет обычной. Я хотела бы вам продемонстрировать фильм о нашей школе. Как мы начинали, как мы жили эти долгие десятилетия, как живем сегодня и что же нас ждет впереди. Я прошу вашего внимания на экран. И вам все с вами понятно. Школа, каким теплом, каким светом, какой нежностью и радостью наполняется сердце каждого, когда он слышит это простое, коротенькое слово. Каждый, кто учился в славянской основной школе, может с уверенностью сказать, эта школа дала мне очень и очень много. В этом году школа отмечает юбилей. 50 лет. Это много или мало? В истории это миг, который порой оставляет сердце человеческой жизни. Это время рассвета всего человечества. Школа, как и вы, не можно поменять. Выросли, но не сначала. И сегодня, в юбилейный год, давайте вспомним, как все начиналось. Средняя школа. Именно таким было первое название школы. Открылась 1 сентября 1965 года. Перед школой в торжественном ожидании стоят 1129 учеников, 33 класса комплекта и 45 учителей. Первоклассники с огромными букетами в руках волнуются в ожидании чего-то нового, невидимого в своей жизни. С интересом ожидая знакомства с новыми классами, старшеклассниками. Началась интересная трудовая работа в школе. Первым директором школы стала Мария Александровна Санна. 17 лет она руководила 12-й средней школой. Мария Александровна – пример человека неиссякаемой энергии и трудолюбия. С 1983 года по 1 сентября 2008 директором школы была Роза Андреевна Иванова. Кандидат педагогических наук, член университета Академии педагогических и социальных наук, учитель ЮНЕСКО. С февраля 1997 года 13-я средняя школа получила статус Славянской гимназии. Славянская гимназия становится мультикультурным учебным заведением. В 2010 году директором школы становится Ирина Михайловна Путкана. Молодой, энергичный педагог с новыми идеями, уважающий и поддерживающий традиции школы. За такой период школа выпустила 3074 ученика. Золотой медали 27, серебряный 10. Выпускники славянской основной школы проживают во всех странах мира. А сегодня школа отмечает свой юбилей. И пусть еще долго звенит в школе звонок, а выпускники будут вспоминать с благодарностью школьные годы, проведенные здесь. Разумеющиеся. Я еще хотела бы пожелать вам
знаете, радость от того, что делаете. С каждым днем работать все сложнее. Ну, это правда жизни. Но вот гляжу на вас, а знаю я вас вот, ровно столько, сколько живу. А ваши лица не стали хмурыми. Ваши глаза не стали потухшими. Спасибо вам за то, что до сих пор улыбаетесь. Спасибо вам за то, что умеете любить то, что делаете. Спасибо за то, что любите тех, кто приходит в эти стены. Помнят о том, кому они в этой жизни обязаны. Кто их учил по этой жизни идти с прямой спиной и с чувством достоинства. Спасибо. Низко кланяюсь вам. Если я вспомню о том, что 50, то совсем круто. Но из этой крови ровно половина досталась женщине, которая вела эту школу. И если позволите, то букет я вручу Розе Андреевне. Рядом с тобой всегда будут дети. И сказала вторая фея. Ты будешь всегда красив мыслями и душой, потому что нет благороднее призвания на земле, чем дарить свое сердце детям. И сказала третья фея. Ты будешь бессмертен, потому что продолжишь свою жизнь в любимых учениках. Но тут в колыбель спустилась четвертая фея, злая и мрачным голосом проверещала. Но ты всегда будешь проверять тетради. Твой рабочий день будет 8 часов до обеда и 8 часов после обеда. Твои мысли всегда будут только о школе, так что выбирай, пока не поздно. Поздно. Эта фея всегда является слишком поздно. И те учителя, которые решили связать свою жизнь со школой, с детьми, никогда не изменят этой прекрасной профессии. В честь этого мы предлагаем зажечь первую свечу на нашем празднике. Символическую свечу. Свечу детства. Потому что начало всех начал – это дети. Право зажечь первую свечу, свечу детства, предоставляется выпускнице нашей школы, а ныне учителю самых маленьких детей Татьяне Белорусской.
Еще раз приветствую многих наших участников, всех федералов, дорогие
учителя. Помните свою первую школьную любовь? Конечно же, да. Об этом можно рассказывать бесконечно. А вот следующую свечу, чарующую свечу любви и дружбы, мы приглашаем зажечь семейную пару, которая создана со школьной скамьи. Вместе они 38 лет, а в браке 33 года. Пожалуйста, Сильвия и Сергей Пасашковы. Слышно, как скрипит дорожка слегка, и ложатся строчки новый стол. Уверена, что вы тоже не упустите возможности присоединиться к поздравлению. Опять звонок, опять уроки, и в коридоре.
коридоре теснота, как все привычно. Планы, сроки, конспекты, тесты, суета. А школа? Ты и смех, и слезы, боль неудач и блеск побед. Но мы, пройдя шипы и розы, все учим, ведь учение – свет. Все понимают, труд наш сложен, но за трудом есть результат. И вот, когда в глаза нам смотрим веселый, добрый, влюбленный детский взгляд, вот тут живем, тут взрослеем, тут понимаем жизнь и суть. Душою в школе не стареем, мы утверждаем здесь свой путь. И низкий поклон тем учителям, которые отдали нашей школе немало лет. И они сегодня есть в зале. Мы не называем еще их ветеранами труда, но они много лет проработали в нашей школе. Мы их помним и любим. Почетное право зажечь сразу две следующих свечи веры и надежды мы предоставляем вам, нашему директору. Пока горит свеча, пока в душе каждого человека есть место любви, тепла, теплу, доброте, душевной красоты. До той поры связь самых разных поколений не может быть никогда разъединена. А наша школа будет всегда тем самым общим звеном, которое будет сплачивать всех нас, сегодня собравшихся в этом зале. Выпускников и работников 13 средней школы, славянской гимназии, и, конечно же, славянской основной школы. Ура!